3-й отборочный тур кастинга в программу поколения Next был непростым. Ребятам предстояло попробовать себя в качестве журналистов, оказавшихся перед камерой в прямом эфире. Я себя вижу, я себя вижу. Нормально? Да. Куда ты едешь? Да, я просто пальцы это. Че, кого? О! Нормально? Вообще. Вы принимаете участие в этом безобразии. Вас по телевизору будут показывать. Я в безобразиях участия не принимаю. Правда? Да, я давайте лучше про корабли. Я хочу корабли. Не жалела мама мыла, мама мыла, мила. Вчера был ограблен магазин, все для рыбалки. У перепелки 5-5. Лоббировали, да не вырлобировали. Забыл Панкрат Кондратьевич, да... У нас во дворе подворье, погода раз... Забыли Панкрат Кондратьевич, домкрат, а без домкрату у не поднять на тракте... Везет Сенькой, Саньку, Сонькой на саньках, санки скок, Сеньку с ног. Мама мыла, мама Милу мыла мылом. Мила мыла, Мила мыла не любила. 33 депутата закон лоббировали, да не вылоббировали. Хочу передать, пользуясь случаем, передать привет маме и папе. Прочитать скороговорки без запинок удалось не всем, но ребята не теряли уверенности в своих силах. Далее наш эфир продолжает новости. АвтоВАЗ устал от критики и выпустил конструктор «Сделай сам». «Сделай сам, если такой умный». Замечено, фотографии на паспорт получаются гораздо счастливее, чем на обычный. Михаил Боярский на уроках геометрии рисовал параболы. Криминальная новость. Из квартиры Николая Баскова было украдено зеркало на 40 миллионов рублей. Вчера был ограблен магазин «Все для рыбалки». Судя по украденному, грабители идут на леща. Замечено, фотографии на загранпаспорт получаются гораздо счастливее, чем на обычный. Курьез живой природы. Запасливый хомячок чихнул и растерял все зимние запасы. Это интересно. Шотландские пожарные стесняются пользоваться лестницами. Кастинг в молодежную программу «Поколение Next» продолжается. Голосуй за понравившегося конкурсанта на сайте artemtv.ru.